Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители ножей. Значит, прилагаю вашему вниманию новинку. Вот такую вот небольшую тяпочку. Тяпка-ножичек. На резинопластиковых рукоятях финского типа. Чудесно. Значит, назначение. Ну, как-нибудь испытаем, тест снимем. То есть это тяпка-нож. То есть им и пошинковать можно. Им и поработать по мясу. Им даже можно при разделке рыбы. Глаша, мы заняты. Вот такие вот небольшие тяпочки. Пока мы их завели только в резинопластике, без всяких там. Ну, если будут пожелания, можно будет сделать и, скажем так, с другими рукоятями. Ну, в принципе, в руке лежит. То есть шинковать можно, подрубить что-то можно. Ну и подойдет дома для женщин, потому что раньше на выставке очень часто приходил слушать то, что это тяжелое для них. А это она такая и не легкая, и не тяжелая. Здесь стоит кованый У8. Цвет, соответственно, по нашей цветовой гамме любой. Здесь сделано, вот, видите, она вот идет плоскость, потом вот так вот уходит сюда без грани. Мы специально эту грань закатали, не стали делать, потому что эта грань на тяпке, на шинковочной, она, в общем, она, может быть, дает красоту, но в плане вот именно шинковки она дает небольшое торможение. Это мы сделали как на импортных вариантах. Такую вот плавную, такую закатанную грань сюда спустили. Вот. Кстати, здесь не линза, а здесь клинышек. В общем, долго я про эти тяпочки рассказывать не буду. Покупайте, испытывайте и присылайте отзывы. Их продано буквально еще несколько штук только. Кажется, даже можно люлю порубить, в принципе, фаршик. Естественно, с условием, что чурбачок будет, чтобы рукой не попадать. И, кстати, по весу тоже нормально. Всего доброго, до свидания.